лайв студія наразі розпочинає свою роботу. Мене звати Світлана Пензова. Мої вітання цієї години говоримо про громадський бюджет міста Одеси, куди на що йдуть наші з вами кошти. А зараз до іншої теми кожні 40 секунд у світі одна людина вчиняє суїцид. Такі невтішні дані статистики. І сьогодні, 10 вересня, Всесвітній день запобігання самогубства. Ми запросили експерта, аби поговорити на цю тему і можливо дати рекомендації, що з цим робити. Отже, Олександр Дмитревич, психолог, будь ласка, долучайтеся до нас. Я вітаю вас. Здравствуйте. Отже, же статистика. щорічно 800 тысяч человек в мире вчиняють самогубство. Это очень большая цифра. Почему так? Ну, над разгадкой, почему так, ученые бьются уже не первое десятилетие. И самое печальное то, что существует тенденция к увеличению количества суицидов. А, сложно дать однозначный ответ. Можно говорить о том, что мы живем в эпоху повышенной динамики, громадные информационные потоки, тревожность, наш мозг человеческий не успевает перестроиться. Он, как говорят эволюционные психологи, не успел за темпом развития. Если наши древние предки его использовали для выживания в дикой среде, то сейчас в меньшей степени мы подвержены каким-то физическим угрозам, но тем не менее на нас обрушивается, как я уже говорил громадный информационный поток, который, вы, который вызывает повышенную тревожность. Мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что тревожное расстройство становится бичом нашего времени. И по данным Всемирной организации здравоохранения, тревога будет к 2020 году одним из самых распространенных заболеваний. Надеть как хвороба. да? Собственно, тревога может вызывать в том, числе, в том числе и депрессивные расстройства, а депрессия может лежать в основе суицидов. Ну и плюс завышенные требования нашего времени в кавычках я говорю, к развитию личности. Все мы хотим как можно больше, как можно дороже, как можно успешнее. Соответственно, это накладывает определенный груз на плечи каждого. И Одним из признаков депрессии является оценка самого себя. Да? и э, в том случае, если она заниженная, э, плюс добавляются э, мрачные мысли о мире, о мироустройстве, мрачные мысли о будущем, бесперспективность. Вот это все входит в э, комплекс будем так говорить диагностический э, комплекс депрессивный, Значит, в некоторых случаях у некоторых людей это может привести к суициду. Но сразу необходимо отметить, что большинство людей испытывают или переносят время от времени суицидальные мысли. И этого не стоит бояться. То есть за день наш мозг обрабатывает около 60 тысяч мыслей. И они могут быть противоречивые, они могут скакать. Как говорится, извините за такую метафору, значит, как зайчики, вот или как рой пчел шуметь у нас в голове, но при этом существует громадная разница между мыслью и действием. Мы имеем право на любую мысль, а вот не на любое действие мы имеем право. І це дійсно в нашу епоху комфорту, здавалось би, так, і прогресу, можливостей, але при цьому всьому у сучасному світі, як ви сказали, є тенденція саме відповідання певним можливо нав'язаним так, планкам, рівням і дуже часто саме невідповідність цьому викликає принаймні депресивний стан у людини. Скажіть, будь ласка, говорять, що сам. З приходом осені збільшується кількість людей, які замислюються, а то і, на жаль, вчиняють суїцид. Чи це стереотип, що осінь така пора депресивна, чи це дійсно так? Осінь, весна традиційна пора обострення психічних заболівань, тобто укорачується день, хтось зв'язається к роботі, к рутині, повищається темп а, плюс погода. Да, і це може викликати у людей. Есть склонности к расстройствам или у пограничных людей, страдающих пограничными расстройствами, может служить неким толчком к таким вот переживаниям. Что я хотел добавить к вашему первому вопросу. Одной из причин, которая лежит в проблематике суицида, является то, что мы стали изолированными. С одной стороны, интернет был создан как новое средство, предполагающее, что мы станем ближе, с другой стороны, как ни странно, мы становимся дальше. То есть простое человеческое общение уходит на второй, если не на третий план. У нас есть виртуальные друзья, но, опять-таки, люди очень социальное создание. Нам надо живое общение. Если... И если раньше говорили про одиночество в толпе, так самотність у Юруби, то сейчас эта самотність у Мережи, сдавалось бы, при наявности френдов, друзей, але но... Абсолютно верно. Мы столько видели гиков, парень с девушкой в кафе, но оба в телефоне, целые семьи сидящие за домашним обеденным столом, но каждый в своей какой-то сети а, с придуманными или виртуальными друзьями. То есть мы становимся дальше, мы друг от друга, мы, мы, мы перестаем обсуждать проблематику, у нас нет возможности выплеснуть свои эмоции, что является необходимостью. Да, почему нам необходимы друзья, почему нам необходимо очное общение. А наша держава, Украина, у разрезе всей световой спельноты, на жаль, не пасет задних и в лидерах, так, с этой проблематикой? Ну, в Европе, в частности, да, очень высокий уровень, если мне не изменяет память, статистика показывает, что мы на третьем или на четвертом месте. Uh, удивительно, ну каждый год, так сказать, данные обновляются, но удивительно, что на первом месте была Бельгия, насколько uh -huh. я знаю. Достаточно успешно, этом, Край. Да, да. При этом удивительно то, что uh, страны, в которых uh, идут затяжные конфликты, к примеру, Сирия, Афганистан, Ирак, uh, являются достаточно успешными, я имею в виду, успешными в плане превенции суицида. То есть я сомневаюсь, что у них uh, широкие превентивные мероприятие, на направленное на сокращение... Вин, там суицид. больше тянут життя. Так? Да, то есть там около полутора-двух человек на 100 тысяч населения совершает суицид. При этом в Европе, почему Бельгия вошла, является лидером 20 человек на 100 тысяч. То есть в 20 раз, то есть в 10-15 да, раз, значит, в этих странах ниже суицид. А самый низкий уровень... Суїцида в странах Карибського басейну, багами і от островне государства. Ні то єдиного міння, чому це так вполне возможно, в тому числі количество сонячних днів і благоприятний клімат. Не знаю. Знову ж таки, та сама Бельгія там менше сонячних днів, більш прохолодний клімат, і це можливо також є чинником. Ну, і, звісно, постає питання, як розпізнати суїцидальні ознаки в себе чи у свого близького, і як попередити нещастя а, і так. Значит, существует целый ряд признаков, о которых, которые стоит разделить на несколько, на несколько групп. Существуют так называемые эмоциональные признаки. Это резкие перепады настроения, и вы чувствуете, к примеру, если речь идет о человеке, он хочет у себя что-то диагностировать, что он залипает на долгие часы или дни в депрессивных настроениях. То есть депрессивное настроение это это когда нам ничего не хочется делать, когда мы смотрим на мир сквозь серые туманные очки. Да? А при этом могут быть, они могут сменяться резкими вспышками и залипаниями вверху. Да? А если вы чувствуете, что вы застреваете вот в таких вот настроениях надолго, то вполне вероятно, что стоит обратиться, причем сейчас это можно сделать анонимно, это можно сделать онлайн, со специалистом э, поговорить, который занимается психическим здоровьем. Ничего страшного. Еще раз. Значит, э, самая большая проблема, которая присутствует в нашем э, обществе, это стигматизация. Это не совсем правильное понимание роли специалистов, э, которые занимаются психическим здоровьем. У нас не все понимают разницу между психологом, э, психотерапевтом, гадалкой-ворожей и психиатром. У нас все еще присутствует стереотип о том, что если вы говорите с психиатром, то непременно ваш разговор закончится тем, что вы окажетесь в смирительной рубашке за высоким забором. Нет, это далеко не так. Карательная психиатрия давно в прошлом. Психологи занимаются разговорной терапией. Да? Это помощь человеку посмотреть на мир несколько с другой стороны помощь человеку найти новый выход. Бывают ситуации, когда требуется так называемое комбинированное лечение, которое включает и медицинские препараты, и разговорную терапию. Да? То есть, если человек чувствует, что его эмоциональное настроение резко сменилось, к примеру, по сравнению с тем, как это было раньше, то стоит, так сказать, обратить на это внимание. Сюда же относятся физические симптомы. На самом деле человек, который испытывает депрессивное состояние, либо другую психическую переносит другое психическое расстройство, его физическое состояние не будет нормальным. То есть он будет уставать, ему ничего не хочется делать. Некие движения, то есть необходимость сделать движение, может вызывать в буквальном смысле боль. Это расстройство сна, да, то есть человек начал спать больше, начал спать меньше. А это пищевые расстройства. Это злоупотребление алкоголем, никотином, ну, то есть табаком, сигаретами или наркотическими препаратами или медикаментами. Да? То есть такое мы можем начинать наблюдать или у себя, что легче, или у другого человека, к примеру, знакомого, близкого. Значит, следующий комплекс симптомов они относятся к поведенческим симптомам. Что это такое? Человек в своих высказываниях часто использует черный юмор или разговоры о смерти из разряда, если бы я ушел, всем бы стало легче. Человек интересуется в интернете способами совершения суицида. Человек приобретает орудие совершения суицида или собирает медикаменты. Да? То есть это вот целый ряд так сказать, поведенческих признаков, которые могут свидетельствовать о намерении совершить. Суицид. То есть мы с вами проговорили о вербальных, когда человек высказывает, мы с вами проговорили об эмоциональных и поведенческих. Естественно, если включить здравую, здравый смысл простую логику, то можно понять, что некоторые из них могут а, быть так называемыми факторами высокого риска. Что это означает? Если человек уже пишет предсмертную записку или уже приобрел орудие, то есть а, риск совершения суицида очень-очень высок. Для тех людей, которых посещают суицидальные мысли, самое главное, значит, не откладывайте на потом. Мысль сама имеет право на существование. А теперь внимание телезрителей. Мы имеем право на любую мысль. Никогда в жизни не бывает одинаково хорошо или одинаково плохо. Наша жизнь идет по некой э синусоиде. То есть если вам сейчас плохо, это не означает, что так же будет и завтра вы можете вспомнить, что наше настроение, соответственно, наши мысли меняются. Но если вы чувствуете, что вы застряли в этом, пожалуйста, сразу же ищите специалиста, который способен вам помочь, способен разобраться с вашей проблематикой. Совершить суицид вы всегда успеете. Okay? Задача найти и попробовать. Не попробовать, а найти причины, почему мы живем. Почему Можно мы специалиста в этом разе заменить на близкого друга, на родича? Да, есть специальная литература, есть специальные курсы, есть специальные обучающие мероприятия, направленные на то, чтобы объяснить педагогам, объяснить простым людям основы, мы это называем Интервью, которое направлено на превенцию суицида, вот простой человеческий разговор. Да? Человек должен, помимо того, что быть эмпатичным, то есть тем, который готов слушать, который не хочет, да, не хочет, не будет критиковать, почем У зря, он должен иметь определенные навыки беседы такой. Я дякую вам за цінні рекомендації. Залишається побажати телеглядачам. Перше це все ж цінувати своє власне життя. Отже, Олександр Дмитревич, психолог, говорили про те, як попередити самогубство. Зараз лайв студія бере невеличку паузу. Потім ми повертаємося до вас. Тож чекаєте.